Всем привет, с вами Арин и свежий выпуск новостей от крупного игрового портала Game и World. Сегодня в выпуске. Был опубликован новый геймплейный ролик No Man's Sky. Выход ПК-версии Batman Arkham Knight перенесен на осень. Разработка Fallout 4 практически окончена. Геймплейный ролик No Man's Sky. Команда Hello Games предоставила своим фанатам очередной ролик, который касается игры No Man's Sky. Напоминаем, что выход игры должен состояться уже этой осенью на PlayStation 4 и ПК. В показанном ролике видно, как игроки могут абсолютно свободно путешествовать по случайно сгенерированным планетам, принимать участие в случайно сгенерированных событиях, выполнять задания и заниматься многими другими интересными делами. Игровая вселенная выглядит очень живой и разнообразной. Впрочем, именно так и должно быть в каждой версии космосима. Кроме этого, игра очень масштабная, ведь даже если тратить на каждое посещение планеты по одной секунде, можно потратить целых 5 триллион лет. Выход ПК-версии Batman Arkham Knight перенесен на осень. Помимо того, что Batman Arkham Knight должен был выйти под управлением Windows, он также должен был выйти еще и для Steam OS, Mac и Linux. Разработчики пока что ничего не решаются прокомментировать, но ясно одно, ПК-версию игры необходимо отложить до этой осени. Конечно, хорошего в данной новости мало. Количество ошибок в Batman Arkham Knight просто зашкаливает, поэтому придется ждать весьма долгое время, пока их все исправят. Как только все ошибки будут исправлены, разработчики займутся портированием игры на Steam OS, Linux и Mac. Остается лишь надеяться на то, что компания Rocksteady в ближайшее время окончательно прояснит тот момент, когда игроки смогут запустить и насладиться игрой, при этом не опасаясь каких-либо проблем. Напоминаем, что Batman Arkham Knight вышел 23 июля этого года, и пока обладатели современных консолей исследуют мир и сражаются со злом, обладатели ПК-версии игры либо не могут купить игру, ведь продажи приостановлены, либо сражаются с лагами, багами и вылетами. Разработка Fallout 4 практически окончена. Как известно, Bethesda Game Studios не побоялась и решилась рассказать о своем новом проекте, когда оставалось меньше чем полгода до выхода игры. И как оказалось, у разработчиков игры есть на то весьма убедительные причины. Одна из причин заключается в том, что вице-президент студии Bethesda по маркетингу Пит Хайнс убежден в том, что игре не требуется какого-либо дополнительного времени, чтобы заинтересовать новых геймеров, то есть рекламы. Ведь круг фанатов серии Fallout настолько большой, что сомневаться в продажах игры не стоит. Кроме этого, игра была подана максимально качественно, ведь она сперва сопровождалась классным трейлером. А в скором времени игрокам представили увесистый отрывок из геймплея игры, который поведал очень много подробностей. Такая подача информации и материала была сделана из-за того, что игра уже практически готова. Соответственно, разработчики могут позволить себе такую роскошь. И вот именно по этим двум причинам можно и не сомневаться и спать спокойно. Ведь, видимо, игра выйдет точно в назначенную дату – 10 ноября этого года. На этом мы завершаем наш выпуск. С вами была Арин. Если вам понравилось, ставьте класс, пишите отзывы и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч в новых выпусках. Пока!